Во всем ты, Господь.
Сегодня, как обычно, мы ищем лица Господнего. Мы приходим к престолу Его благодати и прославим Господа. Я думаю, если будет Божья милость и ласка, мы сегодня почитаем Библию, почитаем книгу Бытия, пойдем дальше, 4 главу. Предыдущие два дня это не удавалось сделать, потому что мы в основном были заняты прославлением, духовной бранью, поисками Его лица. Окей. Но сегодня, я думаю, почитаем. Пока прославим Господа нашего, входите в Его присутствие. Мой Бог уже здесь, ваш Бог уже здесь, наш Бог уже здесь. Я чувствую Его присутствие. Как ты чувствуешь Его присутствие? Мне могут спросить. Очень просто, друзья. Все познается в сравнении. Вот Адам до грехопадения, когда он с Евой жили в Эдеме, в Эдемском саду, они все время пребывали в присутствии Господа. И, как говорят, они были голые, как написано в Библии, они не стыдились, потому что слава Божья покрывала их. И, понимаете, они не знали другого состояния. Они не знали другого состояния, как быть в присутствии Божьей славы, в Божьем присутствии. Но когда Адам согрешил, Адам с Евой согрешили, они были высланы из Эдема. Естественно, Господь сокрыл от них свое присутствие. И тогда они увидели, что они наги, и совесть начала их обличать, они почувствовали стыд, они потеряли состояние невинности, они потеряли присутствие Божие. Но об этом мы сегодня будем читать с Божьей помощью. Я же хочу сказать только то, что сейчас все познается в сравнении, и когда есть моменты, когда ты... Вот как вчера, например, я не чувствую помазания Божьего. Но тем не менее, мы вышли в прямой эфир, я вышел в прямой эфир, и славили Господа. И потом в какой-то момент, через полчаса, я не помню точно, пришло помазание Господа. И вот когда нет помазания, ты чувствуешь какую-то сухость, какую-то напряженность, да? Дело не на мази. Но это не значит, что надо отказываться от этого дела. Наоборот, надо стремиться получить это помазание, это масло, это елей. Вот, а иногда, вот как сегодня, вот с первого же обращения к Богу приходит присутствие, приходит ощущение, что ты входишь в реку, входишь в дух. Вообще-то, конечно, друзья, надо тренировать наши духовные ощущения, духовные человеки, духовные люди. Считаемся. Так вот, надо не считаться, а быть. Чувствовать, когда есть дух, когда с тобой дух, когда ты в духе, а когда ты не в духе. Также можно определять проповедников или там, когда поют песни в церкви, в прославлении. И есть прославление не в духе, есть проповеди не в духе, от ума. Вот сухо, да? Сухо буквы убивает, да? Интересно. А есть проповеди в духе, равно как и прославление. И причем, знаете, вот что интересно, с содержательной стороны, в смысле... Какие слова говорят, какие мысли говорятся. Это может быть от
одинаково. Но просто на одном проповеднике будет помазание, на одной проповеди будет помазание, а на другой подобной не будет помазания. Поэтому необходимо искать Бога, войти в присутствие Его, а потом проповедовать. Либо же, как мы делаем обычно, искать помазание, искать лица Божьего. Потому что когда приходит Он, тогда приходит помазание. Я еще раз напомню, я уже делал это неоднократно, что вхождение в присутствие Божие, вхождение в помазание, есть в Библии прекрасный образ этому вхождению. Это у пророка Иезекииля в Ветхом Завете. Когда пророк видит реку, видение он видит реку, ну, типа во сне, которая выходит из-под ворот храма, из-под восточных, кажется, ворот храма. И вот он входит в эту реку. Сначала подошвы по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, потом по грудь, по шейку, пока, наконец, он не теряет почву под ногами и не опускается вплавь. Вот это символ, образ того, как мы входим в дух. Можно чувствовать дух. Вот, например, сейчас, в данный момент, я чувствую, как, что я вошел по щиколотку. Но я чувствую, да, что по щиколотку я вошел. Если мы будем продвигаться в духе дальше, как это делал пророк Иезекииль, входя в эту реку, то в конечном итоге мы потеряем вообще опору под ногами, то есть физическое присутствие потеряем, поплывем. Мы даже, вот я вчера слушал проповедь Шаповалова из Центра трансформации в Америке. И он говорил о таких моментах молитвы, когда просто слава Божия приходит на человека, и присутствие Божье бывает очень сильным, таким даже вязким, что ты его физически ощущаешь, и человек в такие моменты просто выходит даже из ощущения времени, он впадает в вечность. Так вот, если мы дальше пойдем туда, куда влечет нас дух, и погрузимся в дух, и всякий контроль, свой человеческий контроль ума уберем и доверимся духу, то мы можем глубоко заплыть, друзья. В такие места можем заплыть, и Бог может нас так благословить и откровением, и силой, и обновлением. Вот они, вчера рассказывал в своей проповеди Шаповалов, вышли после такой молитвы на улице, они шатались как пьяные, они были в это время, по-моему, в Германии, и их специально братья и сестры поместили сразу в машину, потому что в таком состоянии их могли просто забрать в полицию, потому что они как бы шатались, как пьяные. Помните, как в день Пятидесятницы? Они были наполнены духом, и их могли привлечь за нетрезвое поведение. Аллилуйя, Господи, мы хотим, Отец, глубже, глубже, глубже. Войти в реку твою, в реку любви. Ангелы Божьи, служите Господу, Абадельгур. Освобождаю силы ангелов святых. Вот эта проповедь называлась у Шаповалова, была посвящена теме служения ангелов. Аллилуйя, Оссана, Аллилуйя.
слышу крылья ангелов Господних, приносящих благословение Творца Иисуса Христа. Сказано, дает Духа Святого Бога. Амэн. Детям своим просящим у Него. О, радыки, если попросите, аллилуйя, яйцо, неужели даст вам камень? Отец, а просит для Духа Святого. Амашиях, амашиях, аллилуйя, о, шана. Амашиях, амашиях, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Амашия. Аллилуйя, аллилуйя, Осана. Ты здесь, Иисус здесь. Он живой, Он воскрес. Среди нас все колени преклонятся, все уста исповедают, что ты, Иисус, Господь. Все колени преклонятся, а уста исповедают. Господь, Он здесь, аллилуйя. Иисус здесь, нежно глаз Его звучит. Он здесь, нежно глаз Его звучит. О любви Он говорит, свет любви. Его святой еще горит, всегда горит. Нежный глаз Его звучит для тебя, брат и сестра, Он говорит, свет любви Его святой горит. Он здесь, аллилуйя, аминь. Он здесь, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Иисус здесь. Он зовет к тебе живой, чтобы дать душе покой. Свое сердце для Иисуса ты открой. Он зовет к тебе живой, стучит у дверей сердце, чтобы дать душе покой, отвори же. Аллилуйя, Осана, отвори. Он здесь, Иисус. Он живой, Он воскрес, Он среди нас. О любви Он говорит, свет любви, Его святой еще горит, сильно горит, нежно глаз Его звучит. О любви Он говорит, свет любви, Его святой царей, Санна,
слышат меня. Настала кибица зари, прославляет тебя сердцем полным хвалы. Осанна тебе, царь, царей, слава тебе, слава, слава, аллилуйя. Твоей парке твоей.
растут деревья, листья листьями, со слинимой для народа. Аллилуйя, Авашина и Ушана, Аллилуйя, Усана, Аллилуйя, Усана, Аллилуйя, Усана. Отец, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за радость, за мир, за Твои дары, духовные дары. Мы благодарим Тебя за заботу, опеку о нашем теле, за исцеление, которое Ты нам посылаешь, за духовное водительство, за сопровождение. Мы благодарим Тебя за богатство Твоих благословений. Мы благодарим Тебя, Отец, и просим Тебя сейчас, я прошу Тебя, открой ум к разумению Писаний, открой наш ум, даруй нам Духа Святого, который принесет нам множество откровений, даруй нам водопад Твоих откровений, Господь, при чтении Слова Божьего, и веди нас, Господи, в этом учении во имя Иисуса Христа. Амен. О, бездна богатства и премудрости Божией. Вы знаете, друзья, в Израиле, в иудаизме, и не только в иудаизме, в христианстве тоже существует практика так называемого циклического круглогодичного чтения Торы, чтения Библии. То есть за год прочитывают всю Библию. То есть вся Библия разбита на определенные отрывки, для удобства. И вот читая и в течение года, за весь год, люди прочитывают всю Библию. А потом опять все повторяется. Опять с начала, с Нового года, опять читают
Библию. Вот недавно был Новый год у евреев, в сентябре был праздник Симхат Тора, радость Торы. Они закончили цикл чтения Торы годовой и потом начали по новой. Возможно, вот если вы далеки от этого дела, может возникнуть вопрос у вас. Так сколько можно читать одну и ту же книгу? Не надоест ли? Дело вот в чем. Дело в том, что это не просто книга. Библия – это не просто книга. Библия – это книга, написанная Богом фактически. Духом Святым через людей, естественно, через священников, пророков. Но информация, которая заложена в этой книге, она это бездна, это глубина. И поэтому каждый раз, читая ту же самую книгу, открываются все новые пласты, открываются все новые и новые смыслы. Но это подобно тому, как если вы прочитали книгу какую-то, ну, например, «Войну и мир» Толстого в юности, потом прочитали ее в зрелые, в средние года, 30 лет, и прочитали ее на старости. Естественно, вот эти три разных прочтения будут разные. То есть вы поймете, вы в 30 лет вы поймете то, чего вы не понимали в 18. А в 60 лет вы поймете то, что, чего вы не понимали в 30. Понимаете? Почему? Да потому что у вас появился другой опыт жизненный. Вы сами изменились. А духовно говоря, вы возросли и вам открылись иные смыслы, которые были сокрыты. Так вот, в Библии полно сокрытых смыслов. Дух Святой просто открывает эти смыслы по мере, во-первых, по мере жажды человека познать Бога. Во-вторых, по мере готовности человека принять эти смыслы, потому что не все смыслы, не все может человек понять. Вот ребенок, например, не все может понять. Ему нужно, так сказать, приобрести опыт, дорасти до некоторых истин. Так и духовный человек, он дорастает до многих истин постепенно. Вот мне Бог говорит, что смотри, ты еще пока не готов это понять, если я о чем-то этаком его спрашиваю. Но приступим, друзья. Приступим к Слову Божьему. Благодарим Тебя, Господь, за Библию, за Слово Твое. Аллилуйя, которым Ты можешь нас назидать, утешать, увещевать, обличать. Итак, мы обращаемся к книге Бытие. 4 глава. Сегодня мы будем читать 4 главу. Но для начала я хотел бы напомнить, о чем речь в предыдущих 3. В этих 3 главах описывается, как Господь создавал землю и все, что на ней обитает, и как Он создал человека. Мужчину и женщину создал. Об этом мы говорили более подробно в предыдущие разы. А я лишь хочу сакцентировать вас на момент грехопадения. Когда Бог повелел Адаму и Еве не есть плод с древа познания добра и зла. Ну, разумеется, это аллегорический язык. И речь не идет о дереве наподобие яблони или груши. Древо познания добра и зла, речь идет именно о каком-то духовном законе, о каком-то принципе, который нельзя нарушать. В данном случае очевидно, что древо познания добра и зла – это есть вкушение зла. Бог запретил человеку делать зло. Ну, что такое зло? Зло – это самое общее определение – это нарушение воли Божьей. Это нарушение законов, которые дает Бог. Ну, например,
Ложь – это зло. Потому что есть заповедь. Откуда мы знаем, что ложь – это зло? Есть заповедь. Не лжесвидетельство. Убийство – это зло. Правда, есть разные виды убийства. Да? Мы знаем, что вот это «не убий» из Деколога, 10 заповедей Моисея, касалось только личных отношений. Это не касалось, когда общество постановляло там убить за нарушение преступников. Это не касается. Убийство – это в личных отношениях имеется в виду. Это зло. Это зло. Зависть – это зло. Да? Потому что есть заповедь «не желай ближнему». Да? Мы знаем также, что превозношение человека, гордость – это тоже зло, потому что написано, Бог гордым противится. Всякие помыслы нечистые, да? Зло многообразно и многолико. Так вот, Бог запретил Адаму и Еве делать зло. Ну, благодаря дьяволу, змею, дьяволу, который выведен на страницах бытия в виде змея, такой метафорический, для того, чтобы мог человек понять, что произошло. Дьявол соблазнил Еву, толкнул Еву, а Ева Адама, и Адам и Ева были изгнаны из места, в котором зла нет. Не может быть. Из Эдема, Эдемский сад. Вы меня спросите, ну смотрите, если в Царстве Божьем, а Эдем, Эдемский сад, это символизирует Божье Царство, нет зла. Откуда там появился дьявол? Змей древ. Вот, поэтому есть такая трактовка, духовная трактовка, что, собственно, Эдем это не есть какое-то определенное место или территория. А это есть духовное состояние. Духовное состояние, я бы его назвал так. Духовное состояние праведности или невинности. Вот Адам и Ева до грехопадения были невинны. Это не значит, что они сексом не занимались, да? Вот некоторые люди думают, что мулька такая есть, что занятие сексом, да, это и есть то самое грехопадение. Нет, друзья. Мы можем это говорить определенно, потому что Бог, создав человека, сказал, дал ему наказ, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. То есть в самом акте деторождения, в самом акте интимной близости мужчины и женщины нет никакого греха. Если она законна, разумеется. Есть прелюбодеяние, это зло. Если это законно. Вот, поэтому грехопадение не являлось сексуальным актом. Грехопадение являлось преступлением воли Божией. Нарушением воли Божией. Прикосновением ко злу. И этот важный момент нужно подчеркнуть, потому что дальше мы поймем некоторые вещи, которые с этим связаны. И вот смотрите, Господь наказал Адама и Еву. И как Он наказал? Всех трех участников преступления Бог наказал по-разному. Мы читали об этом. Отдельно Бог наказал жену, отдельно змея и отдельно Адама. Разными видами наказаний. И вот что сказал Бог Адаму. Вот Адам, это 3 глава, 22 стих. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло.
И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть Бог поставил пределы зла, временные границы зла. Не будет оно жить вечно. Зло не будет жить вечно. Но я хотел бы обратить ваше внимание на стих. Вот Адам стал как один из нас. Кто этот один из нас? Зная добро и зло. Я думаю, что один из нас – это дьявол. Дьявол был сотворен прекрасным ангелом, имеющий могущественную большую власть, ангелом, который отвечал за поклонение, за прославление. Но в какой-то момент он взбунтовался и пошел против Бога. И как пишет Библия, треть всех ангелов он увлек за собой в бунт против Бога. И которые стали бесами впоследствии. Бес. Нечистый дух. Поэтому Бог вполне мог сказать, вот стал как один из нас, зная добро и зло. Кто один из них, а там Бог, Бог, мы знаем, что Бог имеет сыновей, да? И сам Бог триедин, Бог, Отец и Сын, Бог имеет сыновей, но зло среди них знает только один. Тот, кто сам стал злом, тот, кто сам нарушил Божье повеление, это и есть именно дьявол. То есть, иными словами, Бог сказал, вот Адам стал как дьявол. Он пошел против меня. Как дьявол пошел против Бога, дьявол – это дух, так Адам пошел против, также против меня. Стал как один из нас. Он знает теперь зло. А поскольку он знает зло, то он начинает понимать, что такое добро. Потому что все познается в сравнении. Подчеркиваю эту мысль опять. Вы знаете, друзья, я когда пришел к Богу, где-то лет 30 тому назад, я написал такое стихотворение. Если я его найду, я вам сейчас его почитаю. Да, вот. Я написал это стихотворение, я в этот момент писал стихи, и я знал, что я пришел только к Богу, и через меня эти стихи текли рекой. Я знал, что эти стихи не я пишу. Вот этот дух, который тек через меня, вот я писал, он писал эти стихи, а я только записывал. Я только записывал, я в тот момент написал целый цикл стихотворений. Одно из них я сейчас хочу вам прочитать. Камни и песок в глазах, как слепой я вижу мир, растворяются в слезах солнце и луна, как жир. Я уже услышал гром и уже увидел дым ярко-красным кулаком, воротником седым.
А затем я видел меч. Меч, который меня спас. Для давно остывших свеч, для давно ослепших глаз. Меч блестел, как яркий свет, занесен на день и час, где сразятся жизнь и смерть, и умрет один из нас. Вы чувствуете повторение библейской темы? Во-первых, умрет один из нас. Кто? Когда я написал это стихотворение, я не понимал, кто этот один из нас. Я вообще писал эти стихи, еще не читал Библию. То есть это мне давалось. И кто? И вот один из нас – это дьявол. Теперь я понимаю, изучая Библию, я начинаю понимать свои стихи, которые я стал понимать спустя несколько лет, 3 или 4 года после того, как я их написал. Меч блестел, как яркий свет. О каком мече идет речь? А, естественно, об этом мече, который в руках у ангела. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Пламенный меч, обращающийся, дальше из Библии, который толкует себя сама, это есть Слово Божье. И Слово Божье проникает до разделения человека, духа, души, судит помышления сердечные. И вот этот меч умерщвляет, умрет один из нас, одного из нас. Вот этого дьявола, который живет в человеке. А вы знаете, что существует такое понятие «первородный грех», что человек, который начинает, мы унаследовали этот грех от Адама с Евой. А я не хочу об этом сейчас долго говорить, первородный грех, но я лишь скажу о том, что эта концепция спорная. Некоторые протестанты ее признают, некоторые не признают. Я же вижу, что каждый человек, рождаясь, проходит как бы стадии. Проходит жизнь Адама и Евы, да? Проходит, он имеет стадию невинности. Вот в невинности человек не знает зла. Он невинен. Он не знает обмана, он не знает ненависти, да? Он не знает стыда. Он невинен. Но потом, в дальнейшем, на него начинает действовать какая-то сила, которая живет то ли в генах его, то ли в окружающем его мире, а может быть и оттуда одновременно. И человек становится на путь зла, и, естественно, потеряв невинность, человек теряет присутствие Божье. Итак, 4 глава книги Бытия. Это у нас была такая преамбула, прелюдия. Начинаем читать с 1 стиха. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: приобрела я человека от Господа. Я как-то вам говорил о том, что Библию можно читать на разных уровнях глубины. Есть поверхностный уровень. Вот евреи, в частности, отличают 4 уровня. 4 уровня. Первый – пшат. Самый простой уровень. И 4-й уровень – духовный уровень, мистический уровень. Там сокрыты тайны. Так вот, если читать духовно,
У меня догадка такая, я не знаю, я не хочу, чтобы вы мне тут же верили на слово, просто думайте, подумайте об этом, отнеситесь к этому как к тому, что и такое понимание есть в Библии. Библия не открывается все сразу, она открывается постепенно. Адам познал Еву. Ева переводится как Хава, жена, жизнь, жизнь. Адам переводится как от слова Адам, Адама, Адам решен, первый человек, как красный Адама, земля. Земля красная, да, красный. Адам – это тело, можно сказать, тело. Жена взята изнутри, можно сказать, что душа. Адам познал Еву, Адам познал свою душу. Адам познал свою, познает свою душу. И она зачала и родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Каин, как может душа зачинать вообще? Душа зачинается идеями или словами. Библия об этом пишет. Вышел сеятель, например, в Новом Завете есть притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя. О чем это? И одно семя упало при дороге, другое там в кустах, третье там еще на каменистой почве, четвертое попало в благодатную почву, принесло плод. О чем это? О том, что душа человеческая засевается, как земля, как Адама, Адам, она засевается духовными семенами, идеями, словами. И поэтому, и понятно, почему Ева, душа, сказала, когда родила Каина, приобрела я человека от Господа. Она не сказала, приобрела я человека от Адама. От Господа Бог дал ей мысль. То есть душа родила какой-то плод. Второй стих. Еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец. Еще второй плод. Но мы видим, что это как бы два разных семени, два разных человека появились. Авель и Каин. Каин и Авель. И был Авель пастырь овец, Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Тут не сказано в тексте, почему Господь принял, презрел, то есть принял дар от Авеля и не принял дар от Каина. Это как бы сокрыто от нас. Ну, порассуждать-то мы можем. Почему Богу был угоден дар Авеля? Есть разные версии, там, что Авель принес, там, например, именно кровь, то есть принес жертву. Но ведь евреи потом приносили не только животных, они приносили еще и плоды, деревья. Вот, и, то есть легитимно было принести Господу не только животное в дар, но и плоды земли, овощи, там, фрукты. Да? Это легитимно. Значит, причина в другом. В чем мы можем только догадываться или просить у Бога откровений. И Господь, если мы можем это понять, может нам это открыть. Вот. Но мысль такая, что именно вот сейчас я хочу остановиться. Добрая мысль приносит добрые плоды.
А злая мысль приносит плоды злые. И поскольку в Адаме и Еве, согрешивших, было уже зло, то есть было и добро, и было и зло, Бог удалил их от себя, но не сокрылся от них окончательно. Бог продолжал присутствовать с ними. И мы можем это сказать определенно, хотя он и сокрыл свое лицо от них. Определенно, потому что апостол Павел пишет, что все люди им, Богом, живут, действуют и существуют. Бог живет в каждом человеке. Бог дает мысли добрые каждому человеку, но не только добрые мысли, но не только мысли дает человеку Бог, но и дьявол дает человеку свои мысли. И Каин, вероятно, получил эту мысль не от Бога. Или Ева получила Каина не от Бога, а от его противника. Можно так трактовать, я не настаиваю. Можно трактовать прямо, что были реально вот такие люди, Каин и Авель, Адам и Ева. А может быть, правильно и то, и другое. Решать вам, друзья, кому какое ближе, кому как открыто. Читаем дальше. Каин сильно, 5 стих. Каин сильно огорчился из-за того, что Бог не презрел, не принял его дара. И поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то есть не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Понимаете, Бог показывает нам на этих стихах, говорит нам об одном очень интересном принципе. Когда человек делает добро, он как бы облагораживается, да? Он поднимает свое лицо. Поднимает свое лицо, значит, он обретает достоинство, честь. А если не делает добро, то смотри, у дверей сердца твоего, вот там, грех стоит, грех лежит. То есть всякая мысль, всякая идея, которая не от Бога, лежит грех. И он влечет тебя к себе, он влечет тебя так же, как сатана привлекал Еву хитростью, обманом. Принцип один и тот же. Грех влечет себя к тебе. Если человек не делает доброе, грех влечет его. Свято место, говоря иначе, пусто не бывает. Святое место, душа, пуста не бывает. Либо человек делает добро, и тогда он поднимает лицо свое, ему хочется жить, и радость его наполняет. Либо человек не делает добра, и тогда грех стоит возле сердца и говорит: вот смотри, вот сделай меня. Идеи, сатанинские идеи идут. Он влечет тебя к себе. Но ты, говорит Бог Каину, господствуй. Говорит Бог человеку: ты господствуй над ним, над грехом. Не позволяй греху господствовать над тобой. Не позволяй вот этим мыслям, грязным мыслям, нечистым, не позволяй злым мыслям, злу господствовать. Не пускай их в сердце свое, отвергай их, господствуй над ними, будь владыкой, потому что если ты не будешь владыкой над ними, они будут владыкой, они тобой овладеют. Как произошло с Евой, с Адамом, грех овладел ими, непослушание, понимаете? Вот это принцип.
И сказал, 8 стих, и сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. В смысле, пойдем выйдем, пойдем разберемся. Я так понимаю. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Вот природа, природа мысли Каина, злая. Он не господствовал над мыслью злой, над этой идеей, над своими чувствами злыми. И они взяли над ним верх. Друзья, если мы говорим вообще об источниках, а мы говорим сейчас именно об источниках силы человеческой, действия человека, мы должны понимать, что мы живем Богом, силой от Бога, и на нас действует сила дьявола. Идея Слова Божье, Слово дьявола. И какой силе мы даем предпочтение, что мы культивируем, что мы взращиваем, то получает господство над нами. Чему мы даем господствовать над нами? Либо Богу, либо дьяволу. В самом человеке нет как бы силы, потому что, ну что, сила есть в духовном мире. Сила есть, вот можно сказать так, я пытаюсь вспомнить выражение классика марксизма-ленинизма, да, идеи, овладевающие массами, да, Ленин, по-моему, сказал, становятся силой, да. Вот он понимал силу идеи. Ленин понимал силу идеи, поэтому он так сказал. В каждой идее есть энергия. Энергия добра, либо энергия зла. Поэтому мы можем в совете с Господом решить, какая энергия на нас действует, какая идея на нас действует. Идея это от Бога, либо идея это от дьявола. У дьявола тоже есть сила, друзья. Злые идеи имеют силу. А если бы они не имели силы, они бы не имели побед своих. Ведь идет война ангелов Божьих, война бесов, армии Божьей, армии дьявола. Если бы армия дьявола не имела силы, не было бы войны. Не было бы противостояния, понимаете, друзья? Восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Каин сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Опять ложь. Каин уже пошел по дороге лжи. Грех стал господствовать в нем. И сказал Господь, что ты сделал? Я знаю все. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Неужели ты думаешь, что это зло останется безнаказанным? Неужели ты думаешь, что я не накажу тебя? И как Господь наказывает Каина? Как Господь наказывает зло? Вот знаете, есть такой закон, что человек посеет, то он и пожнет. Это кармический закон, духовный закон. А всякое зло Бог приводит на суд и наказывает. Это аксиома, библейская аксиома. И Библия нам об этом говорит. Будет суд над всяким злом, всякой злой мыслью. И, конечно же, будет суд над источником зла, дьяволом. Он будет брошен в озеро огненное. И все те, кто следует за ним, кто делает зло,
Так вот, как Господь наказывает Каина? Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Вот есть такое выражение, да, он такой злодей, что даже земля его отвергает. Вот это отсюда взято. И как земля тебя носит, вот говорят. И как только земля носит таких злодеев, да? Вот земля, оказывается, вот есть проклятие земли. Есть проклятие, которое дает Господь, а есть проклятие, которое дают люди, а есть проклятие, которое дает земля. Как бы проклятие от земли. Ну, естественно, это делает Бог, его законом, его словом державным. Он дает повеление земле не давать силы. Земля не дает силы. То есть, что бы человек ни делал, да, вот есть такое выражение, у него как руки растут из одного места, у него ничего не получается. Ничего не получается. Ну, нет благословения. Вот тыкается, тыкается, работает человек на какой-то работе, и ничего у него не получается, переходит на другую работу, и там ничего не получается. И вот такая черная полоса. Это называется духовным языком, что человек не имеет благословения. И вполне возможно, что на нем висит какое-то проклятие. Или там женщина не может замуж выйти, да? Красивая, умная, все. А замуж не может выйти. Мужчины ее как бы сторонятся. В чем дело? Вот есть духовные законы. Вот закон проклятия. В частности, есть закон благословения, когда перед тобой открываются все двери. Вот когда я пришел к Богу, только Бог меня благословил, и передо мной начали открываться все двери. Фактически, что бы я ни делал, я во всем имел успех. Там поехал в другой город, ну как на мази, все, с билетами все было на поезде, все отлично, с гостиницы, ну все. Это называется зеленая улица, улица благословений. Ничто, ни один светофор тебя не останавливает, потому что на всех светофорах горит зеленый свет. Врата открыты. Вот это благословение. А проклятие наоборот, красный свет. Не иди туда, ты не получишь там ничего. Тебе ничего не будет от этого. Не делай это, потому что ты проклят. Вот так Бог сказал земле. Чтобы она прокляла Каина. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. То есть урожай скудный, может быть, или вообще этого урожая не было. А Каин был земледельцем. И ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. То есть будет сходить из одной работы на другую, из одного места на другую. Его нигде не будут принимать. Земля его не будет принимать. И сказал тогда Каин Господу: наказание мое больше, нежели можно снести. Действительно, наказание суровое. И тут, видите, Каин сначала хитрил, не зная, где я брат, разве я сторож своего брата. И тут прошибло, что называется. Бог, видно, хотел покаяния Каина, спрашивал, где брат, чтобы Каин сказал: брат, я убил, Господи, прости, я совершил зло, прости. Но как Адам, согрешивший, не покаялся, а начал обвинять Еву. Это она виновата, а Еву ты мне, Господи, дал. И не покаялся, и был изгнан. Так и Каин, вместо того, чтобы каяться, он сказал дерзко и нагло: я что, сторож? Я что, обязан брату своему? Я что, обязан смотреть за братом своим? Не дождавшись покаяния, естественно, что Каин получил наказание. Тут либо так, если человек согрешает, он должен либо покаяться, признать свой грех, прийти в смирение с Богом, попросить прощения. И Бог милостивый простит. Либо упереться рогом в своей неправоте. И тогда
Бог гордый протец, получить наказание, которое заслуживает человек. Наказание мое больше, нежели снести можно, говорит Каин Господу. И вот ты, 14 стих, теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Почему он так говорит? Ну, потому что он понимает, видно, этот закон сеяния и жатвы. Каким судом судишь, таким и ты будешь осужден. Ты убил, значит и тебя убьют. Какой мерой меришь, такую и тебе будет отмерено. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. То есть, смотрите, Бог не сказал ему, нет, тебя не убьют, я тебя защищу. Нет, Бог не идет против законов своих же. Закон сеяния и жатвы, что человек посеет, то он и пожнет, остается действенным. Тем более, что Каин его пресек покаянием. Но Бог говорит, хорошо, если тебя убьют, вот зато тому, кто тебя убьет, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Ну, Библия не говорит, какое именно знамение. Существуют догадки, может быть, версии толкователей Библии. Например, существует, я знаю, такая версия, что какой-то знак, какой-то иероглиф, какую-то букву Господь нанес на лицо его. По другой версии, что лицо Каина было обезображено. Правдоподобная версия, да? По третьей версии, что Каин махал головой, и у него дрожала рука, и он не мог этой рукой ничего делать, даже стакан воды не мог выпить. Рука, которой он убил Авеля, брата своего. Ну, это все версии, Библия об этом не говорит. Библия говорит о том, что сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. А вообще, давайте мы можем порассуждать. Если человек нарушает Божье постановление, преступник нарушил закон, какое у него знамение? Он боится, что его схватят, его найдут, его накажут. И он начинает скрываться, становится странником, изгнанником. Ну, разумеется, если этот человек уже вообще не перешел все красные линии, и уже есть такие преступники, с наглостью уже делает. Сверхнаглость вот такая, зло. Нет, вот обычные преступники, вот они имеют страх. Возможно, это знамение и то, что он стал изгнанником и скитальцем на земле. Может быть, это. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, назвал город по имени сына своего Енох. Каин построил город, зло расстроилось, начало развиваться. И назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусала. Мафусала родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами.
Вообще, эта идея кочевников, да? Пастухов, кочевников. Вот, наверное, откуда она пошла. Идея странничества тоже. Имя брату Ада родила Иовал, он был живущий, отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Сила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкана Наэма. И сказал Ламех женам своим: «Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте слова моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». То есть зло стало набирать обороты. Зло в жизни людей стало господствовать. И познал Адам еще жену свою, она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, положил, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа. То есть мы видим, что параллельно развивается и зло, и добро. Начали призывать имя Господа, то есть семя было доброе, от Бога, что называется, то, которое начало призывать имя Господа. Друзья, на этом мы сегодняшнее чтение нашей 4 главы закончим. В следующий раз мы будем читать, не знаю, или продолжим Бытие, либо продолжим читать Матфея, потому что мы параллельно читаем и Ветхий, и Новый Завет. Спасибо вам за внимание, да благословит вас Господь, даст вам мудрости и понимание Его путей, и всем нам даст послушание, потому что, чтобы мы не приступали к повелению Божьих, и чтобы мы господствовали над грехом своим, друзья, не давали ему места прорасти в нашем сердце ничему злому, чтобы мы, что возможно только с Божьей помощью, обратно вернулись в праведное состояние, в состояние невинности. Помните, как у апостола Павла было: «На злое будьте младенцами, будьте невинны на злое», чтобы зло, чтобы нам окончательно искоренить всякое зло из нашего сердца, из нашей души. Да благословит вас Господь во имя Иисуса. Аминь.